Оказывается, сегодня татарский праздник, ну, мусульманский, Рамадан, что ли, и закрыто все. Ну, я уже такси вызвала, что делать-то, уже приехала. Думаю, ну, ладно, пойду море поснимаю. И почта закрыта, по всему Крыму праздник. Сейчас с таксистом разговаривали, он говорит, приехали люди из Сочи посмотреть. Я говорю, боже, из Сочи в Черноморск. Он говорит, они в таком шоке. Никакого сервиса, экскурсий нет еще. А люди приехали вот на первомайские праздники. Ни сувениры купить, ничего. Вот видите, все закрыто. Я говорю, чего они ехали? Ну, говорит, из любопытства приехали посмотреть. Я говорю, в Сочи там уже такая красота. Давно. Ну, видите, зимой тишина. Теперь народ ходит, гуляет. О, уже загорает, лежит человек. Ребята вон золотишко ищут. О, тела. Вот они ползают по дну. Ищут денежки, золотишко, серебро. Находят. Я как-то еще года 4 назад, да, еще с Алинкой мы ездили вовсю. Зимой. Они вот в этих костюмах, они тут это, лежат в прибое. Ну и что-то так, они вылезли из воды. Кофейку горяченького попить. Разговорились, говорит, да, находим. Я потом так заинтересовалась, стала искать в интернете. Находят. Ну а что, сколько теряют золота? Много. Я помню, мы в Болгарии, когда жили, так у нас практически все наши знакомые, хоть кто что-нибудь золотого в море оставил. Ой, извините. На солнышке чихаю все время. Первые тела в этом году. Море чистое. Чистое, красивое. Но холодное. Вон мальчишки там голыми ногами ходят. Да еще погоды-то не было. Когда ему прогреться-то было. Так, ну что получается, зря я приехала. Ну, зря, в магазин зайду. На воду смотреть, прям релакс какой-то, да? Я могу долго, вот если так было бы, на чем посидеть, прям около воды. Я бы сидела. Люблю на море смотреть.
Ну ладно, мои дорогие. Море я вам показала. Пойду в магазин тогда. Ой, только сейчас заметила. Слушайте, разобрали, что ли, да? Завод-то стоял остов. Разобрали. Я только сейчас заметила. Так некрасиво стоял прям. Видно было издалека. Молодцы. Ну ладно, я пошла. Зато чебуречная работает. Ой, такие чебуреки тут вкусные. Вон антикварный магазинчик работает. Тряпочками торгуют. Тихо еще. Тихо. Рано еще. Слушайте, вот обалдеть, как все меняется. Была какая-то тут задрипанная парикмахерская, что ли. Во! Уже новое что-то. Господи, я прям не успеваю следить за переменами в Черноморском. Ну, в городе ходит автобус. А нам, значит, не надо. Ну, вот палаточки открываются. Потихонечку. Вон там очки и бейсболки. Ой. А вот музей отремонтировали. Прям все отремонтировали. И крышу, и все. Церковь Черноморская. Единственная в своем экземпляре. В готическом стиле. Я уже много раз говорила, это граф Воронцов в свое время подарил своей жене Елизавете эту церковь. Вот это улица Октябрьской революции. Очень правильная улица, единственная такая правильная улица. Тротуар посередине. Так, а где лавочки? Были же лавочки. Я специально сюда пошла, думаю, на лавочке посижу, отдохну. Сейчас встретилась с Толиком, ну, не со своим другом-таксистом, а еще есть Толик. Друг девочек моих из Питера. Поболтали, посмеялись, обсудили проблемы мировые. А вот она лавочка. Вот она. Посижу. Нога устает моя. Потом пойду дальше. Схожу в Доброце, ну вообще на тот рынок, на Южный. Очень хочется сыру, у меня сыр кончился. Я уже в аптеку зашла. Ну что, не просто же так ехала в праздник. Маки начинают цвести. Скоро много будет.
домики вот такие старенькие еще, видите, черепицей такой крытые. И тут же огромные стоят. Сирень. А сейчас покажу вам красивейшее дерево. Смотрите. А, ну это то же самое, что я вчера видела. Не знаю, что это за дерево. Ну, эти люди уже поразделись. И мне в моей кофте жарко. Вот скажите мне, что это за дерево? Ну, прям сплошняком вот оно. Вот такое. Вот такая же красота. Что там та Япония со своей сакурой? Представляете, если бы это было вот по всей дороге, бы такие деревья росли. О! Просто был бы город-сад. Какие кусты сирени. Слушайте, правда, прям разогрелась погода. Или у нас там на волне ветер сильнее. А здесь вот как-то нет такого ветра. Прям жарко. Людей все серьезно. Детский садик. Ну вот что я прошла. Ну, километр, может. Может, чуть побольше. Все, нога не хочет идти. Вот как вот двигаться больше? Зашла в магазин, спросила. Белый цемент. Нет и не бывает. Надо в городок позвонить. Большой магазин, может быть, ярмарка. Какая ярмарка? Тут ярмарка. Каждую среду цыганский рынок. Вот и вся ярмарка. А в остальное время... Тишина и покой. Не, магазинчики-то работают, но так, лайтовенько, скажем. О, наконец-то повесили. А то и не найдешь этот кинотеатр. Мировые премьеры фильмов. Ой, да ладно, мировые. Не смешите народ. Зашла в магазин. Надо было цикорий и молоко. Ну и понеслась. Йогурт и творога, бумага туалетная, сыр. Ну, в общем, теперь жду Толика.